Прикольно, я не знал, что от асфальта до спуска на 43-й километр в бухту Индиго-Бэй 13 километров. Да, вот так. Вижу мусорку, красивые волны. Что-то я больше пока ничего не вижу, точнее никого. А, нет, вот кто-то бродит. Стоит машина. Причем, скорее всего, это путешественники какие-то. Никого. Вот интересно, я сюда приехал, машина с желтыми номерами, экспатовскими. Смотрит на нас как на дебилов. Типа, что это, ребят, приехали здесь? И стоят, семечки грызут. Им нравится наблюдать за этим шоу, как Михаил Андреевич устанавливает палатку. Да, ребят, вы можете не напрягаться. Да, ну вот. Как бы тут есть поле для деятельности. Мешочки уже наполняются. Роза уже собирает. Арсен собирает мусор. О, Михаил Андреевич поливает свалочку. Но избавиться от всего, наверное, не получится, потому что тут надо просто это с лопатами. И погрузчик, действительно. Но худо-бедно большую часть уберем. Антонио с Мишкой все это убрали. Да, умеют наши ребятки выбрать себе мусорные свалочки. Да, вот так приходится выковыривать все это отсюда. Так, ну что? Ты сейчас за себя не отвечаешь? Небольшой перерыв на перекус и на обед. Роза, где же жандаргал? Вот, сигареты из кадра. Так, ну что, мы там уже немножко понасобирали. Я лучше всех. Вот. Народу просто невероятно много сегодня. Целых 4 машины. Легионы. Вот самая сложность заключается в том, что мусор, который мы собираем, лежит не на поверхности, а между камнями. И вот как бы там приходится рыться. Роемся, что поделать. Чудная бухта. Чудная бухта. Какой-то лысый дядька. Так, уже 40 мешков. Ну, как я и ожидал, откликнулись только те, кто был в группе Джиби Рактау. Ну, по крайней мере, кто был свободен на сегодняшний момент. Ну, уже приятно. Лазим между камней.
собираем этот хлам. Хотя машин на горизонте много, но это отдыхающие. Надеюсь, что не срущие. Я имею в виду мы потом. Вот, приехали ребята и помогли. Ну, мешков 20 влезло. Спасибо, мужики. Вот, откопали целый клондайк. Столбу хоть в одном месте все соскладировали. Уже приятно. Не говори. О, парни на пикапе приехали и помогли. Мелочи, приятно. 15 минут. Куча с мусором рассосалась в мешки. И вдруг откуда-то не возьмись, появилась Роза. А сейчас за собой два неподъемных мешка. Вот так Роза шокирована. Шокируете вы нас? Знаете ли? Своей жизнеспособностью. Вот тут не ту кнопку нажал. Вот тут была куча мусора, мы ее разместили в 16 мешков. Фу! Теперь осталось все это довести до вон той мусорки. Ну что, граждане тунеядцы, алкоголики, кто хочет на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент настанет. Просветление в уму. Вот чем мне нравится вот это замечательная точка в Монбестау. Здесь вообще невероятные какие-то скалы, какие-то завихрения. И вода здесь всегда чистая. Она мутная, практически. Но я имею в виду, она без ила. А, смотрите. Идет. Сейчас, давай! Отлично. Вот так вкусняшку мы такую готовим. Спасибо, Антоха, баньку устроил. Я говорю, переборщили с водой. А запах обалденный. Я вот так сделал просто, чтобы она перестала. Надо наоборот. Перед тем, как открыть, надо стравить полностью. Сейчас, а сейчас откроешь, крышу снесет на палатке. Если бы я был султан, я бы имел трех жен. Так, Олег Валентинович возит мусор, в то время как мы тут разглядение. А мешков-то не осталось практически. Хрена себе. Все время как вы его не увидели. Так, Адамдар Джигитер, вы как там? Нет, человека нельзя отвлекать. На берегу Каспия обнаружен искусственный гейзер. Алюминиевый, да. Все в дыру, блин. Летит так хорошо. Нет, он еще и двухстопельный. Ой-ой-ой, заляпала туда. Тимофей, вот тебя вместе с молотком как раз ожидает этот казан. Да, сюда. Ну что? Блогеры хреново, блин. Да какие блогеры? Какая вкуснятина, Дарья Павловна. Улыбнись в кадр. Ты поцеловала только что весь интернет. Да? Да! Надо... Убери! Назад! Поцелуй забирай! Забрала. Мы с Розой в Батуми поехали.
и пошли в этот ботанический сад или что там. Ой, там ботанический сад шикардовый. Там уже лучший в мире, кстати. Фотографы, у них пристреленные места, и они там фотографируют этих туристов. И вот там грузинов группу пристроил и говорит, улибливаемся. Улибливаемся? Да. Ты что творишь, а? Михаил Андреевич. Я не в Батуми, я в Махачкале жил. Махачкале? Отлично. Наконец-то кому-то досталась курочка. Еще одна курочка. А запах. Костя, кстати, надо проверить, будут они это. Ну, это куриные должны, в принципе. Насчет разваливаться, не верю. Можно было еще минут 45 подержать. Так, ну что, мешков осталось практически нисколько. Где мелкие? Очень вместительный, знаете ли, автомобиль под названием Toyota Fiji Cruiser. Чего в нем только нет? Мотор, сиденье. Да. Четыре колеса, удивительная штука. Прокладка между рулем и сиденьем. Вот эта прокладка между рулем и сиденьем вывезла практически большую половину всех мешков. Прохор, ну-ка, мотнись в круговую, что там? Так, ну вот 50 мешков мусора сегодня насобирали. Оставляем их здесь, возле официальной помойки. Ну и посмотрим, когда Акимат это вывезет. Тут Караганского района. Да, тут убирай, не убирай, а стекла битого еще очень много. Сегодня все, закончили уборку. Спасибо всем, кто приехал. Замечательная бухта. Великолепная прозрачная вода. Так, ну что, сегодняшний улов. Ну, такой нормальненький. Где-то 57 мешков, что-то около 60 на 7 человек, по 10 мешков на человека. Антон, Михаил Андреевич, Дарья Павловна, Миша, Олег Валентинович и куча детей. Никто больше не приехал. Ха-ха-ха. Так, ну давайте фотку сделаем. В обнимку с мусором, что ли? Да.